удачной игры. Аргумент в другом. И Шалимов об этом только что нам с вами рассказал. Фланговой игры действительно острой не было. И это сказалось в том числе и на доставке мяча вперед. Моментов мало было просто для того, чтобы забить. 1-0. Оренбург одерживает победу над Краснодаром. Вместе с вами за ходом этого матча наблюдал комментатор канала «Наш футбол» Михаил Поленов. До скорой встречи на российском и не только на российском футболе. Смотрите «Наш футбол», болейте за своих. Счастливо. Пока.